С уверенностью в будущее, с таким настроем отметил 55 лет коллектив филиала Российского университета кооперации. Каждый год – это отдельная страница истории вуза. Многие еще помнят, как в далеком 1962 году в здании Чебоксарского кооперативного техникума открылся учебно-консультационный пункт. Со временем он вырос в высшее учебное заведение, готовящее специалистов в области потребительской кооперации. Сегодня здесь учатся 4000 студентов из 70 регионов страны. Немало и зарубежной молодежи. Это достоинство, прежде всего, уважение к студентам. Это главное богатство, конечно, нашего Чебоксарского кооперативного института. И, конечно, студенты, они также в ответ стараются, пытаются именно внести свою лепту и в развитие нашего института. И самое главное, они своими знаниями поднимают авторитет нашего вуза. Экономический и юридический факультет управления идут в ногу со временем. С полученными здесь знаниями студенты востребованы не только на предприятиях Чувашии, но и России. На торжественном собрании в честь юбилея звучало много интересных фактов и цифр. Мы осуществляем непрерывную многоуровневую подготовку по 33 образовательным программам высшего образования, в том числе 17 программам бакалавриата и 16 программам магистратуры. 7 программам среднего профессионального образования и 11 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В кооперативном институте трудится 144 преподавателя. Почти все имеют ученые степени. Многие из них получили заслуженные награды. В их числе Лариса Михайлова. Теперь она заслуженный работник образования Чувашской республики. Наша кафедра занимается особой сферой. Это организация торговли и обеспечение всех этапов товародвижения. Начиная от производства до реализации потребителям. А потом также мы помогаем потребителям, если у них возникают проблемы, как бывает часто, с качеством товаров. Чебоксарский кооперативный институт – один из ведущих высших учебных заведений Чувашии. Авторитет вуза – это огромный труд нескольких поколений преподавателей, сотрудников и, конечно, студентов. Сегодня институт может гордиться и теми, и другими. И, конечно, с уверенностью смотреть в будущее. Я обучаюсь на государственном муниципальном управлении. Я заканчиваю семестры на отлично. Я участвую в общественной жизни, а также еще работаю. Я люблю свой институт за отличное образование, замечательных преподавателей, лучших друзей и, конечно же, самую лучшую атмосферу, которую она дает нам. Славная история, традиции и инновации, знания. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.